с праздником, с ярким, цветущим в душе Первомаем! Друзья, Камчатский профсоюз работников культуры поздравляет всех с 1 мая. В трудовых буднях мы редко замечаем, насколько для нас важна работа. А ведь именно через наш труд проявляются наши таланты, наша сила, наше предназначение. И все мы в эти дни смогли почувствовать, как сложно долго не иметь такой возможности просто работать. В нашей работе всегда присутствует частичка души каждого из нас. А из нашего труда и его плодов и складывается наша жизнь. И в этом мы все похожи друг на друга. Мы все работаем ради того, чтобы каждый новый день был лучше предыдущего. Весна – это время надежды. И пусть все наши общие надежды сбудутся. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия в каждом доме и доброго весеннего настроения. Вместе мы сможем пройти через любые трудности. Вместе мы справимся с любыми вызовами. Вместе мы сильнее. Уважаемые коллеги, друзья, Камчатский профсоюз работников культуры поздравляет всех с 1 мая. Всем счастья, здоровья, радостного восприятия жизни. Ура! Дорогие друзья, примите самые теплые и искренние поздравления с наступающим днем весны и труда. От весны мы всегда ожидаем добрых перемен и связываем с ней надеждой на обновление. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия в каждом доме и доброго весеннего настроения. Пусть оптимизм и вера в лучшее никогда не покидают вас.